Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из осенней Канады! Нет-нет, вы не ошиблись. Время не повернулось вспять. Это просто я нашла забытое видео, которое снимала в октябре месяце. И, наконец-то, у меня дошли руки его смонтировать и выставить, и показать вам. Честно говоря, я прям не ожидала, что так долго все это затянется. Но я понимаю, что сейчас совсем это все не в тему. Сейчас мы все вокруг пляшем елочки, Новый год, снежок и все такое. А тут я вам осень показываю. Ну что делать? Вот такой вот я блогер, который забывает съемки своих видео и забывает про них, а потом находит и выставляет в декабре под Новый год осеннюю Канаду. Я надеюсь, что вы насладитесь этим зрелищем, потому что все равно это очень красиво и... Может быть, не совсем сейчас сезон, но тем не менее, давайте вернемся, немножко вернемся в осень. И это было наше небольшое путешествие. Мы, значит, с друзьями собрались, компания из 6 человек, и поехали в такое место недалеко от Торонто, которое называется озеро Маскока. Смотрите, какой сувенирный магазинчик красивый, значит, находится это, там несколько городков таких, в общем-то, маленьких, в основном курортных, находится на берегу озера. Озеро Маскока – это одно из самых таких известных и больших озер в провинции Онтарио. Ну и все, что вокруг, вся эта эрия, все, что вокруг него, это называется Маскока эрия, ну то есть как бы район озера Маскока, где очень много вилл, домов красивых, в общем, гостиниц. Сюда люди приезжают и зимой, и летом, и осенью. Видите, какая здесь красота. Осенью здесь бесподобно красиво, вы сейчас все это увидите. Зимой здесь полно снега и тоже неплохо. Мы сюда, кстати, приезжаем в этот же вот как раз город зимой кататься на лыжах. Не каждый год, но часто. Летом здесь тоже замечательно, здесь много зелени, можно купаться, можно кататься на лодках, гулять. В общем, очень красивое такое лесное такое природный, можно сказать, отдых, такой коттедж, в общем... пляжи, шашлыки, ну, в общем, вот такое место. Ну, и как результат, вот вы видите, сувенирные магазинчики, ресторанчики, гостиницы, все это, значит, здесь очень развито. И вот мы приехали как раз, это было, по-моему, в октябре, привет, это я. Народу, кстати, было не так много, видите, вокруг особо никого нету, но мы замечательно, прекрасно погуляли с нашими друзьями. Мы приехали на 2 или 3 ночи, если честно, я уже не помню. И мы остановились в доме, который я назвала «Дом с привидениями». Значит, поскольку наше решение поехать вот в этот коротенький отпуск было очень спонтанным, и наши друзья нашли последнюю минуту какой-то дом. Пока вы смотрите картинки, я вам рассказываю. Посмотрите, как красиво. Это прямо вот наша вот осенняя такая вот, осенняя цвета, осенняя в Канаде, в Онтарио, где-то в середине-конце октября. Вот самые-самые вот такие вот красивые краски. Так, тут я прервалась, чтобы дать вам послушать музыку. Мы заехали в ресторанчик. Ну, не ресторан, а такой, знаете, деревенский паб такой. Вы видите еду, это ужасно. Это прямо инфаркт миокарда в тарелке. Но это такое место, знаете, это деревня. Там, в общем, такая вот еда, и там же была живая музыка. Вы видели, дядечка пел на гитаре, играл. И мы, значит, с друзьями с удовольствием наслаждались пивом, вот этой вот совершенно нездоровой едой, музыкой. Потом мы поехали дальше, и я начала вам рассказывать, что мы сняли дом, который мы, в общем-то, нашли в последнюю минуту, потому что все было разобрано, и мы, значит, нашли вот этот дом и решили, попробуем, поедем туда. Это такой небольшой резорт, то есть там стоят несколько домов, один дом такой старый, хозяйский, так сказать, и много домиков построенных, которые были построены вокруг. Все это находится на берегу озера, и значит, дома маленькие, построенные новые, а вот этот вот старый хозяйский дом, он действительно старый дом,
Вот так вот он выглядит снаружи. Он не выглядит очень старый, потому что он довольно так хорошо, красиво отремонтирован. Видите, вокруг вот полно деревьев, листья, вот это вот все то, что мы уже как бы забыли про это, то, что было осенью. Но вот, видите, я с опозданием вам показываю. Значит, я назвала этот дом с привидениями, потому что вот, смотрите, какой дом. Здесь когда-то жили люди. Они живы-здоровы, они просто уехали на юга. То есть я не уверена точно, они уехали во Флориду американскую или в Мексику жить. Пожилые люди и решили поехать где потеплее. А дом свой решили сдавать. Значит, в доме 3 спальни. И они вот все, как было у них в доме, они все вот так вот оставили. И просто сдают его вот людям, которые приезжают на несколько дней или на неделю, в общем, пожить здесь, на природе, посмотреть на берегу озера, в общем, летом здесь можно купаться, зимой, опять же, лыжи и все такое, а осенью просто красивая очень природа. Ну и мы приехали с друзьями, нас 3 пары, у нас очень веселая компания, мы прекрасно вместе отдыхаем, едим, пьем, веселимся, разговариваем, шутим, играем в разные игры, в общем, замечательные ребята. И вот этот дом, значит, он очень интересный, в нем, видите, вокруг всего дома вот такая вот большая веранда, в которой очень много всякой мебели стоит, вот прям с видом на озеро, короче, разные там стулья, столы, диванчики какие-то, на которых можно летом прекрасно можно здесь отдыхать, осенью было холодно, потому что, видите, все это открыто, только затянуто сеткой, но, в принципе, это все открытая веранда, и осенью было довольно холодно. Поэтому мы только так погуляли, поснимали, сделали себе зарубочки, что летом мы, наверное, захотим сюда приехать, потому что дом очень интересный, он с таким характером, знаете. Видно, что жилой, что здесь жили люди, и они оставили свои всякие там чачки разные, там, знаете, какие-то, не знаю, статуэтки, там, проигрыватель со старыми пластинками. И, честно говоря, вечером мы вот сидели, мы там играли в разные игры, выпивали, ели, в общем, веселились, смеялись, и были какие-то действительно странные звуки. Вот это я поднимаюсь на второй этаж, видите, такая старая лестница, это прям дом викторианского периода. Вот. Чем он еще хорош, что, видите, в доме 3 спальни, наверху довольно мрачно это выглядит, но, поверьте, ничего такого в этом нету. Такая старая мебель стоит, старинная. И в каждой комнате есть свой туалет, так сказать, свой санузел, ванна. В общем, это очень удобно, когда вы едете, вот, 3 семьи, например, вот мы ехали, как бы, ну, друзья, но, тем не менее, все-таки чужие люди. И очень удобно, когда в каждой комнате есть свой санузел, чтобы не бегать там, не делить туалет на 6 человек. Вот. В общем, нам очень понравилось в этом доме, потому что у него он очень характерный такой, очень интересный. Как будто бы вы приехали в гости к какой-то там старой семейной паре, например, которая живет в этом доме, но просто они, так сказать, вам дали свой дом и сказали, живите, оставили все свои там посуды. В общем, очень интересно. Немножко крипи, так, знаете, ну, как бы немножко так странно, как будто вы пришли в какой-то чужой дом и живете в нем, понимаете, там все эти, в общем... Короче, интересный дом. И действительно, там вечером были какие-то странные звуки, которые мы так и не поняли, откуда они берутся. Там был бейсмент большой, куда мы только дверь открыли и не пошли туда. Что-то забоялись как-то серьезно. Как-то нам было не совсем по себе. Ну, в принципе, все было нормально. Мы там 2 ночи спали или 1, я не помню. И ничего, конечно, там такого не было, в общем. Ну и, в общем, потом мы там ездили по окрестностям, вокруг. Там есть какая-то плотина, типа водопады, опять же, озера, опять же, леса. Прекрасная была погода, было прохладно. Но, как вы видите, солнышко и вся вот эта вот красота на полный дисплей. В общем, голубая вода, желтые листья, синее небо. Все замечательно и прекрасно, и мы ездили по окрестностям, там маленькие городишки, видите, это еще тыква, это еще был период до Хэллоуина, до конца октября. То есть это где-то было в середине, наверное, в 20-х числах октября, по-моему, мы ездили, или в 15-х, в середине октября, не помню точно, но видите, еще было довольно тепло, погода неплохая, и, в общем, вокруг там тоже, там как бы маленькие такие городки, деревенские такие, ну, это называется город, но на самом деле это небольшие деревушки, в них живут люди, работают, очень развито там сельское хозяйство, много маленьких ферм, много очень каких-то кафешек, вот, потому что там, в принципе, довольно такая туристская эрия. Если я вам говорю туристская, не думайте, что там только канадцы отдыхают. Например, вокруг этого озера Маскока, в районе этого озера, очень много вилл стоит очень известных голливудских артистов. Вот многие из них имеют свой дом там, в районе этого озера. Там очень дорогие дома, там
каждый дом стоит миллионы больше. И они, в общем, это считается довольно известной такая эрия, такой район для вот отдыха. Гуляли, снова пошли где-то покушать. Значит, это вот тоже кафешка, это не ресторанчик маленький, это не магазин. Ну, там же и продаются всякие шляпы, рубашки, картины, в общем, у входа. Это наши вот друзья, ребята, дурачимся, примеряем всякие шляпы. Значит, это такой пивной бар, на самом деле, там они сами варят пиво, и он такой в таком, знаете, в стиле такого, такой деревенского, такой столовки, как бы, что ли, большие столы такие деревянные, лакированные, с высокими стульями, людей не очень было много, но есть вот люди приходят покушать, выпить пиво, еда очень простая, но очень такая, знаете, вкусная, такая натуральная, так скажем, да, без всяких изысков, ничего там такого нету, вот с собакой люди приходят, вот, и вот мы сидели вот за этим большим столом, ели, пили, в общем, это было прекрасное, замечательное путешествие, на выходе стоит огромный стул, вот эти стулья у нас называются, так и называются, Muskoka chairs, то есть стул предназначенный для того, чтобы на нем отдыхать, смотреть на озеро, но это такая его утрированная версия, огромный стул такой смешной, значит, стоит, чтобы... Ну, просто такая туристская аттракция. В общем, короче, и поехали мы домой. Это тоже мы проезжали маленькие. Вот это типичные такие городки средней Канады. Такой, знаете, деревенской, я бы сказала, Канады. Где-то это часа 2-2,5 езды от Торонто на север. И вот эти вот городишки маленькие. Там их много. Сувенирные, антикварные лавки. В общем, все, что вы хотите. Там и ресторанчики, и пивные бары, вот церковь. В общем, очень симпатичные, приятные места. Вот такое было наше путешествие. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. А на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Всем пока, люблю, целую, бай-бай.